Я делюсь своим заказом на Валбарис. Был сделан заказ вот этих порошков. Сейчас немножко вам расскажу и буду тоже пробовать. Это универсальный кислородный отбеливатель, пятновыводитель, очиститель. Подходит для стирки и белой, и цветной, и черной одежды. Выводит застарелые пятна от травы, кофе, пюре, чернил. Не содержит хлора, и поэтому одежда не теряет цвет. Справится с плесенью и грибком. На обратной стороне инструкция. Тоже можно изучить, почитать. Все, в принципе, понятно написано. И вот такое средство. Это тоже экологичный пятновыводитель. Более 100 способов использования. Порошок смешивается с горячей водой при температуре 90 градусов. Здесь вот, что мне нравится, тоже идет инструкция. И вот написано: для стирки, для посуды, для чистки поверхности, для чистки сантехники и раковины, для обеззараживания. И вот прописано, для чего нельзя использовать. В общем, сразу на упаковочке вся инструкция. Вот у меня с дачи такая футболка. Понятно, что белое это быстро пачкается. Вот ела черешню. У меня пятно. Вот тут тоже желтый под мышками пятна. И вот есть такие вафельные полотенца. Очень я их люблю. Вот именно вот такие вот вафельные белые полотенца мне нравятся для кухни. Это у меня вообще, конечно, убитые такие полотенца, потому что пользуюсь постоянно, стираю, но вот уже что-то не отстирывается, и все равно я пользуюсь. Сейчас буду проверять, как работает это средство. А еще у нас очень много белых носков. Вот посмотрите, сколько у Катюхи носков и какие они после дачи. Она на даче у нас любит ходить в носках, почему-то в таких вот еще белых, и они у нее все потом, мы приезжаем, вот видите, просто черные. Здесь у нас для сложных загрязнений предварительное замачивание. Вот как раз оно мне и нужно будет. 1,5 ложки на 1 литр горячей воды. Далее стирать в стиральной машине. Так, сейчас нальем водичку, кипяток горячую на литр. Так, литр воды и 1,5 столовые ложки. И начинаем это все дело вот так, чтобы очиститель начал работать. Видите, какая пенка получается. Сейчас я это все оставлю, пусть это все работает, да, так скажем. За меня это все делает тут, отмывает всю эту грязь с носков. Все. Оставлю. Пусть это замачивается, и потом я постираю еще в стиральной машинке. И здесь у меня в тазике то же самое сделаю. Сейчас замочу футболку с полотенцами. Тоже, так как у меня трудно выводимые пятна, буду замачивать таким же способом. Так как это у меня очень-очень такие вот устаревшие пятна, просто уже с каких времен эти полотенца у нас, тем более они дачные, естественно, они уже не новые, поэтому еще в машинке стирально буду стирать это все. Это Ксюшины кроссовки, и на протяжении многого времени она не может уже отстирать их. У нее такие кроссовки фирмы Puma.
И вот смотрите, как они быстро тоже пачкаются. Что мне нравится в этих пакетиках, то что есть вот такие zip-пакеты. Да, даже я одной рукой сейчас не смогу открыть. В общем, очень хорошо они закрываются. При помощи одной руки не смогла даже открыть пакет. И что прекрасно, что здесь уже есть ложечка. Вот такая мерная ложечка. И сейчас тоже буду наносить это средство на кроссовки и заливать горячей водой. Тоже будем с замачиванием. Так как вот видите, пятна прям просто такие, которые какие-то вот от липы, наверное, вот у нее пала здесь. И грязь такая въевшаяся. Все, оставлю замачиваться. Давайте будем смотреть результат. Дачные вещи, дачная футболка белая. Здесь, помните, было пятно вот это от ягод, да, от ягоды. Все отстиралось. Мне кажется, даже по оттенку она стала еще даже поярче, побелее. И вот, смотрите, вафельные полотенца. Они у меня, конечно, не глаженные, вот только что высохли. Этим полотенцем уже много-много лет. И на кухне постоянно, вы знаете, жир. Все жирное, все такое сальное, да, и руки масляные. И вот, пожалуйста, все отстиралось. Ссылочки оставлю под этим видео. Пользуйтесь, заходите, заказывайте. Средства недорогие. Я думаю, что стоит попробовать. Ну вот и носочки. Они отстирались. Такой результат получился. Я считаю, неплохой. Ну и вот кроссовочки. Ксюха тоже говорит, что чем только она не пыталась отмыть, говорит, и зубной щеткой, там, и какой-то еще щеткой. Ну, в общем, вот такие кроссовки у нее теперь. Белоснежные. Ну, тут где-то вот еще совсем-совсем желтое пятно. Ну, прям в резине. Такое въевшееся, да. А так, в принципе, ну, вот что-то более-менее стало. Подсохнут, я думаю, будут еще ярче. Просто кроссовки еще мокрые. Достала из стиральной машинки, поэтому подсохнут, я думаю, они еще будут более яркие. Побелее будут смотреться. Девчонки, у меня тут случилась беда. Смотрите, как я, с какими ногтями хожу. Но завтра я уже должна попасть к девочке-мастеру, к своей. Ну, вот так вот получилось, что попала в больницу. У меня вот просто еще после больницы. То есть я тогда должна была пойти на ногти. А получилось, что после того времени, да, еще 3 недели прошло. Ну, вот просто капец какой-то. И сегодня у меня вот ноготь просто болезненно тут отрывала его. Так что вот такие у меня ногти. Завтра вот жду не дождусь. После работы поеду переделывать ногти. Просто сейчас буду показывать покупочки свои. И у меня такие будут страшные ногти. Заказала посылочку в Индоботе. У меня был сделан заказ ради вот этой палеточки. Такая красивая палеточка. Наверное, мне надо как-то поставить сейчас камеру, чтобы открыть двумя руками. Очень такая палетка прям красивущая. В общем, почему заказала палетку? Потому что этот бренд Fenty Beauty, он, по-моему, уже уходит тоже из России. И на сайте Ildabate остались просто единицы товаров. Просто все сметают там. Я хотела и блески
для губ там очень такие были оттенки носибельные, красивые. Ничего уже, ничего не остается, все распродается. И вот уже палеточка тоже идет, ну, как бы с хорошей скидкой. Поэтому решила взять. В принципе, там уже, что бы я ни смотрела, товаров нет, товаров нет, товаров нет. Давайте посмотрим. Вместе я еще особо не разглядывала, как она открывается. Я со своими ногтями уже ничего открыть и застегнуть не могу. Так, идет зеркало. Вот я вижу зеркало здесь. И вот такие тени. Как обычно, мне надо коричневые. Такой розовой пудры. Вот, розоватые такие оттенки. Я стала тоже очень любить их. Смотрю, прям красота, красота. По качеству тоже слышала, что очень они хорошие. Завтра буду пробовать, потому что сегодня уже вечер. Буду готовиться ко сну, а вот завтра буду собираться на работу. И если не забуду, то обязательно скажу свое мнение, отзыв, как у меня получился макияж. Положили такие влажные салфетки. Пробник, вот один пробник. Причем я им еще не пробовала, не пользовалась. Даже не слушала еще этот аромат. А в бутылочке, вот видите, как бы показать, что она не полная. То есть вот маленький, да, вот этот пробник. И уже наполовину. Жалко, конечно, хотелось бы полный пробничек получить, а не половинку. Вот. Туалет. Ив Сафоран. Доброе утро, друзья. Собралась на работу, но сегодня вообще то ли поздно встала, то ли тут бегаю туда-сюда, что-то мне вообще сегодня все не складывается. Волосы вчера не расчесала после мытья, легла спать. У меня вообще такая шевелюра огромная, как у Аллы Пугачевой. Давай собирать в кучу, в пучок. Не особо я так люблю ходить на работу с пучком, но уже некогда. Просто время много. Мне надо уже, в принципе, выходить, а я еще не завтракала. Это я не люблю на работе. Можно, конечно, на работу, ну, с собой завтрак брать на работу, но я люблю кашку, как-то кофе, я тут спокойно дома. А сегодня вообще какой-то кипиш, у меня все с рук валится. Ну, знаете, бывает такое утро какое-то вот, что ничего не получается, так скажем, ни с волосами. Вот и тени попробовала тоже. Как-то не в восторге, что-то такие оттенки какие-то рыжеватые. И, ну, не сказала бы, что вау какая-то, не поняла. Посмотрю, как они держатся еще сегодня в течение дня. И что мне порадовало, что меня сегодня порадовало, это пиончик распустился. Все-таки распускаются они. Я думала, что они такие очень молодые, что их рано срезала, но нет, все-таки классно. Я не люблю, когда приезжаешь уже на дачу, а эти пионы, они все такие, знаете, шапки распустились и большие уже. То есть я не успеваю насладиться цветочками. Сейчас покажу, как у меня пиончик распустился. Вот такой пион. Там тоже потихонечку открываются. Все-таки правильно, что я их срезала пораньше. Не люблю огромные шапки такие, знаете, когда уже эти все лепестки падают пораньше. Я люблю вот такие вот, чтобы они были как бы не совсем раскрытые и не совсем большие. Так что красота. Все-таки как здорово, когда
цветы и поднимают они настроение. У нас пасмурно, надо окошко даже закрыть. Вчера дождик тоже шел, капал. Вот, а насчет палетки. Скажу, что она не совсем удобная. Мне не нравится, что она так туго как-то открывается. То есть вот нет такой штучки. Вот такой штучки, где спокойно ты можешь открыть. Приходится как-то вот это вот все совсем удобно, в общем. В общем, посмотрю, как они держатся в течение дня, но не знаю, что тут попробовала сегодня вот такой оттенок. И он, в принципе, вот в палетке не смотрится рыжим, а на глазах получился рыжим. Но я уголочки глаза затемнила темным, поэтому как бы убрала вот эту рыжину. Покажу вам вот такие картины. Девчонки любят раскрашивать. Ну, заказывают на Валборис. Это по номерам. Тут вот кисточки, краски у них, какие-то тряпочки там. В общем, рисуют. Это Ксюхина картина. А с собачкой такая Катюхина. Я уже пришла домой. Ходила. Сделала ногти наконец-то свои. А у нас сегодня... Ой... В комнате так темно, а за окном вот такая погода. Вообще. Еще через камеру почему-то светлее кажется, хотя на самом деле вообще очень темно. Прям такие тучи. Вот такая целый день погода, целый день льет дождь. Мы сидели на работе, смотрим, только вообще дождь хлестал целый день. Вот мои ногти. Решила вообще не заморачиваться, сделать просто красный цвет. Все. По-быстренькому. Я просто опаздывала уже тоже с работы, не могла дождаться маршрутку. И чтобы не нагружать, в общем, без всяких рисунков, без всего вообще. Я говорю, а давайте красные, все. И как можно короче. Не люблю я длинные ногти, в общем... Они мне так отросли, так мешали, так... О, сейчас такое блаженство и просто. И вот тоже пальчик мой теперь восстановился. Так что мне, в принципе, нравится. Похожу с таким ярким лаком и с короткими ноготками. И быстренько надо что-то приготовить на ужин. Пишите, делитесь, что вы готовите тоже на ужин. То, что готовится очень легко и быстро. Вот, в общем, у меня что сегодня? У меня оставалось вообще кусочек вот такой вот, показываю, небольшой кусочек грудки. То есть у меня не целая грудка, вообще просто вот небольшой кусочек оставался от грудки куриной. Я его порезала на кусочки. Вот. Как вам показать? Вот, вот такие кусочки просто. Как они резались? Дольками, так дольками, там кубиками, кубиками порезала, в общем. Морковку натерла на терке, лук репчатый порезала кубиками, чесночок выдавила, помидорку одну я сюда тоже порезала кубиками, и был у меня оставался болгарский перец, который зеленого такого цвета. Вот сейчас я это все буду обжаривать, и у меня вот такой пакетик лежит, уже давно купила, не могу использовать, вот как раз он мне пригодился. То есть это кисло-сладкий соус. Сейчас вот как у меня тут все доведу до готовности, залью вот этим соусом и еще потомлю. Вот. Можно с фунчозой, можно со спагетти. А я сегодня буду делать с рисом. Потому что мы так очень часто отвариваем различные рожки. Поэтому лапшу уже не хочется, надоела лапша. Буду отваривать вот такой рис. Цветочки распустились на третий день после
того, как я их срезала, вот они все уже распустились. Сегодня среда. Дома тепло. Хорошо им. И вот малюськи еще не знаю, они, наверное, уже не распустятся, потому что, наверное, совсем-совсем малышки. Вот. Цветы, что может радовать глаз. И поднимать тоже настроение все-таки с утра. Видеть такое яркое пятно у себя в комнате. Приятно. Сегодня четверг. Вот такими маленькими кусочками я включаюсь. Собралась на работу. У нас неделя, кстати, очень такая пасмурная, холодная, прохладная, дождливая. Настроение так себе, когда погода тоже не очень, как бы. Но, опять же, я не люблю, когда сильно жарко, когда жара. Лучше уж пусть будет прохладно. Ну, конечно, потеплее хочется, солнышко хочется. Вот. Ну, у меня, в общем, я не люблю, когда и сильно жарко, когда душно, там невозможно работать. Прохлада для меня это как-то даже лучше, но все равно хочется, конечно, солнышко к выходным. Особенно на работе-то ладно, мы сидим, выходим только вечером, буквально, да, до магазина и до дома. Вот. А в выходные, конечно, хотелось бы солнышко, но вроде как там будет побольше градусов, надеюсь. Будет получше. Вот, цветочки продолжают радовать. Всю неделю ими любуюсь. Так что не зря я срезала себе цветочки домой. Вот, накрасила сегодня. Целую неделю также крашусь новыми тенями. Но хочу сказать, что мне не нравится упаковка. Очень как-то неудобно. Вот у меня сейчас ноготки коротенькие, да, очень такая у меня длина хорошая, моя любимая длина. Вот, но все же вот не очень как-то удобно открывать, приходится вот прям усилия применить, чтобы открыть палетку. Сама, конечно, она такая стильная палетка, красивая. Вот сегодня я накрасилась этими тенями. Как вам? В принципе, неплохо. Кот у меня там с утра, как обычно. Пока не налижется, не успокоится. Ксюха у меня ушла сейчас качать колеса. Мне сказала выходить. Все, буду выбегать, потому что я могу тут заболтаться. Она мне пошла подкачать колеса. Я повадилась тут с Ксюхой ездить на машине, пока вот плохая погода. Будет хорошая, хочу пешком ходить, конечно. Пока вот такая дождливая, пасмурная, конечно, буду лучше с ней ездить. Она меня подкидывает, я немножко там прохожусь, чуть-чуть, совсем немножко, да, пешочком. И, в общем, долетаем моментом. Все, выбегаю на работу. Желаю всем тоже отличного дня. На этом буду заканчивать видео. Всех люблю, целую. Ваша Оля. Увидимся очень скоро. И пока-пока.